es que ya para yo todo. No, es que ya. Ну, сначала надо пример написать. Какой пример надо написать? Ну вот, отлично. Садись. Два. Так, вообще забрать посылку. Так. Номер телефона. Угу. Фамилия Комарова. Так. Надо вот дальше спросить. От кого посылка? Не знаете? Ну, не знаете. Так. Посылку надо выбрать. Сейчас придем за посылочкой. Вот посылочки. Это у вас не значит, что чай. Что-то свидание.